Всем привет, с вами Эдвин. Сегодня с утра я заметил то, что с моей кожей что-то не так. Я стал гладким и блестящим. Что с тобой, Эдвин? Я не знаю. Какая-то фигня с тобой происходит. Я даже двигаться не могу, ничего себе. У тебя суперспособность, что ли, какая-то появилась? Кажись, как да? У Человека-паука? Ты человек, это вот... Человек-звезда. Нет, человек-кожа. Только для чего твоя способность, интересно? Не знаю, может от холода, чтобы такая защита. Спасаешься, да, у нас... Готовишься на Новый год, обновляешься. Обновление. И у нас эта температура упала аж до минус 40. И Эдвин кожу меняет. Короче, линяешь. Это как-то, наверное, с погодой связано. Нет, Эдвин просто, наверное, рептилия. Они тоже кожу просто сбрасывают, и все. Слушай, может, тебе ее сбросить надо? Да, кстати. Давай посмотрим, может, ты умеешь кожу сбрасывать? Может, ты такой... Я вообще не знаю. Это человек-рептилия? Она такая твердая, кстати. Да? И усы твердые. Ну-ка, давай я посмотрю это. Можно у тебя чуть-чуть? Ну-ка. Что ты какой-то странный? Да, твердая, да? Да нет, ты какой-то... Что с тобой, да? Офигеть. Какой-то нос весь, смотри, гладкий. Как будто ты не настоящий, Эдвин. Ну-ка. Сейчас. Можно у тебя кожу чуть-чуть? Не. Ох, нифига себе. Че? Че происходит? Так, ну-ка, ну-ка. Линяет, Эдвин, кожа линяет. Офигеть. Ну-ка. Жесть. Жесть. Что ты чувствуешь, Эдвин? Ничего. Ты обновляешься? У меня тело этот такое расслабленное стоит. Ну-ка вот так. Нагнение вот так вот сделай. Тебе не больно, Эдвин? Нет. Помочь вам? Давай, Милан. Аккуратно. Вот это ты вообще жесть, Эдвин. Аккуратно, Милан. Как чувства? Не знаю, пока никаких. Ну, с новой-то кожей. Ничего себе. Привидение. Переверни. Переверни. Ровно сделай глаза наверху. А. Это переверни, вот. Вот, да-да-да-да, держи, это наверху. Нос. Вот. Так. Привиди. Не знаю, мне... Вот это Эдвин был, да? Да. И такой, опа-на! Не скрываешь. Подойдет. Тон-тон-тон. Давай, Милан. Милан, стой, стой. Такой типа. Ой. Нет, это такой типа новое лицо тебе, пожалуйста, на. Так, а теперь что, можно еще раз снять, нет? Ты быстро это меняешь кожу или можно... Сразу же. Ну-ка, давай попробуем. Нет, все. Она один раз, наверное, меняется в день, да? Наверное, или в год даже. Или зимой. Я не знаю, что это такое. Что вообще? Я не знаю, какие дырки все. У тебя теперь гладкая кожа. Ну-ка, попробуй разорвать. Она... Вот так... это твоя кожа. Офигеть. Долго рвется, да? Ты вообще... А я быстро смогу. Да? Халк. Это Эдвина кожа, Милан. Не знаю. Мама тоже так частенько облазит, да? Милан знает. Жесть. Ну все, всем пока. Всем пока. Ты что-то хотел сказать? Да, я удивительный. О, оно так вкусно пахнет. Да? Но это же кожа Эдвина. Ну, скажи ощущения. Мои ощущения были такие, то, что что-то происходит со мной не так, и у меня кожа становится другой.
что такое, как у этого хамелеона. Типа того. Я еще же хвост у него. Ну все, у тебя сейчас новая кожа, все. Теперь ты, если что-то повредится, можешь по-новому. Зато он теперь гладкий, холодненький. Да? Ну все, всем пока. Всем пока. И скажите, какие у вас есть суперспособности? Да. Удачи. Может, у вас сменные уши. Да. Или вы можете убрать руку, чтобы она просто исчезла. Да, вот так, например. Да. И можете отрастить новую. Так, опа. Или голову тоже. Да, что вы умеете? Вон, смотрите, Эдвин как умеет. Вот, кто так умеет? Да никто так не умеет. Вот, смотрите, оп, и голова появилась. Вообще фокусник. А кто умеет вот так? Это Демьян? Ну-ка, еще раз давай. Еще раз. Ну ладно, если, может быть, кто-то поймет. Сейчас. Это называется Джимми, Джимми. Ача, ача. Знаешь, да? Нет, такой вес не знаю. Но... Как? Та-та-ра-ра-ра-да. На-на-ра-на-ра-на. Чувачок попкой показывал. Да. Джимми, Джимми. Ача, ача. Ача, ре, Джимми, ча. Ти-ти-ри-та-ра-та. Един такой головой. Тут-ту-дут-ту-дут-ту-дут-ту-дут. Ну все, ладно, всем счастливо. Лайки.